Завершена внеплановая проверка деятельности Ивановской домостроительной компании. Профильный департамент выявил 4 существенных нарушения 214 федерального закона, в том числе нецелевое использование средств дольщиков и предоставление недостоверной информации о финансовых коэффициентах застройщика. На настоящий момент ДСК не работает и копит долги перед подрядчиками, контрагентами и собственными сотрудниками. Средства от банка санатора поступят в регионы до конца года. Выделенные деньги пойдут исключительно на дострой. Пакет документов с доказательствами нарушений будет передан в областную прокуратуру. Результаты проверки, отмечает Максим Громов, увы, положительно не повлияют на возобновление строительства. И обратный эффект может сыграть. Вот. Но так или иначе, те решения, которые сегодня в Москве принимаются, и на следующей неделе 15 числа планируется уже совещание у министра, туда едет губернатор, планируется его поездка. Мы надеемся, что будут уже конкретные параметры доведены.